Сегодня в кулуарах шоу-бизнеса обсуждают важную новость. Ходит слух, что Евровидение 2017 может пройти в России. Страны, занявшие первые и второе места, пока не могут подтвердить готовность к проведению конкурса. Для поклонников Сергея Лазарева это еще одна радостная новость. На днях стало известно, что артист одержал победу в номинации «Лучшая песня Евровидения 2016» на премии ESC Radio Awards 2016. В голосовании, которое длилось целый месяц после финала конкурса, приняли участие не только 42 страны-участницы. Голоса прилетали из Америки, Азии и каждого уголка Европы. Вот такая народная любовь.